Добрый вечер. В ближайшие сутки в Латвии сохранится циклоническая погода. В начале ночи дожди будут идти на востоке страны, а во второй половине ночи осадки ожидаются в западных и центральных регионах. К Латвии подойдет очередной циклон. Ветер умеренный, западный. Минимальная температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов. На побережье плюс 12, плюс 15. Днем погоды в Латвии определит циклоническая ложбина. И на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер от слабого до умеренного южно-юго-западный. Максимальная температура воздуха плюс 15, плюс 19 градусов. В Риге этой ночью переменная облачность. Ближе к утру ожидается небольшой дождь. Температура плюс 10, плюс 12 градусов. Днем в столице преимущественно облачно, временами дожди. Температура плюс 16, плюс 18. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Хорошего вечера и до свидания.